Просьба жителей Коренева – ремонт дороги на улице Молодежной. Недавно там построили дома для сирот, но доступная инфраструктура отсутствует, нет даже освещения. По словам Романа Старовойта, вопрос будет решен. Работа планируют завершить к 15 октября. Лидия Милютина обратилась к губернатору с вопросом оказания материальной помощи для покупки телевизора. Старый сгорел, а денег на новый нет. Женщина воспитывает 7 детей, муж – инвалид. Я прошу, посмотрите одновременно и условия проживания. Давайте посмотрим, может быть, изыщем возможности и предоставить более удобное жилье, потому что я не понимаю, как 9 человек на 70 квадратных метров могут комфортно и безопасно, самое важное, проживать. А в селе Краснооктябрьское в этом году приступят к ремонту автомобильной дороги. Также в средней школе номер 1 имени Крохина построят котельную до начала отопительного сезона.